возвращаемся к потолку. Оформлением для него послужит финская трехслойная дубовая паркетная доска в дизайне «Ванила мат». Сажаем ее на саморезы. Между собой плашки соединяются посредством механических замков «Профилок». Следующий этап – лепнина. Сначала по всему потолочному периметру пускаем высокий, классический по форме карниз. В дополнение к нему – молдинги двух видов, рельефный с флористическим орнаментом. Гладкий, с декоративными угловыми элементами. И, наконец, большая розетка под люстру. Ее диаметр 70 сантиметров. Переходим к полу. Сейчас на его основании раскатывается полиуретановая подложка. Теперь поверх укладывается дубовая паркетная доска. Та же самая, что и на потолке. Фиксация без клея посредством механических замков. Стены оформляем той же доской. Она защищена 5 слоями износостойкого лака. Взяли паркетную доску дубовую с выбеленной такой поверхностью, ванильный оттенок. Ну, у нас паркетная доска и на полу, и часть стены ей оформлена, и даже потолок. Паркетная доска не только по текстуре и цвету нам подошла, но очень важный момент – экологичность. Родители об этом думают, и наши герои не исключение. Уходя, они говорили, что хотелось бы безопасную с точки зрения экологии комнату. И вот как раз наша паркетная доска обеспечивает нам эту безопасность, потому что при ее производстве используются такие покрытия, которые не выделяют никаких веществ и никаких запахов. Как и планировалось, пол детской украсит нарисованный ковер. Под его размер мы заранее сняли лаковое покрытие, чтобы краска легла прочно и ровно. Сейчас фиксируем первый трафарет. Краски по нему автор проекта-декоратор Вика Колос наносит губкой. Второму трафарету, который наклеили сверху, накат делается валиком. Теперь пленка осторожно снимается. Остается лишь немного подработать детали тонкой кисточкой, и художественное покрытие готово. Ковер появился, да, Вика? Ты довольна тем, что получилось? Да, я очень довольна. Единственное, изменился рисунок ковра, да, поскольку изменился рисунок лепнины на потолке. Да. Если ты помнишь, я хотела проецировать гид, да, да, на полы. Ты хотела, чтобы отвечал потолок полу, пол потолку. Да, да, да. Но поскольку у нас немножко произошли какие-то изменения технические, пришлось придумывать рисунок ковра другой. Но в данный момент у нас, да, интересно. Я придумала для Марты море. Ага. И она в своей колыбели будет как в лодочке плыть по своим снам. По волнам своих снов, да? Да. И, конечно же, счастливые звезды отражаются в этой воде. А мне кажется, ей еще интересно будет и рассматривать этот ковер, и ходить по нему, и ползать по нему. Тоже занятно. И, знаешь, я хочу добавить, что когда этот ковер начнет отшелушиваться немножко, стираться, и от него, да, останется практически один след, неуловимый, вот тогда ковер по-настоящему свою ценность обретет. Заиграет, да, вот этот прием. Да, да, да.